Рубрика «Знакомство с интересными авторами». Политические высказывания от Александра Чорича, политического деятеля Республики Сербия, члена правительства Белграда с 1997 по 2000 год. «Когда я вижу всех тех, кто заботится о нашей стране, волнуюсь и я. Политик имеет дар говорить все о пустяках и ничего о самом важном. Этот политик ведет себя очень естественно, как стихийное бедствие. Чья овца, того и лук. Пока не придут волки. Следует выбирать ленивых политиков. Они приносят меньше вреда. Политика – это искусство возможного и обещание невозможного. Перед выборами – новые сказки. После выборов – старая песня. Когда наши люди приходят к власти, они становятся их людьми. Больше всего глупости обнаруживается в политических хитростях. Поскольку НАТО не удается нас победить, мы решили присоединиться к нему сами. Из-за газет уничтожают деревья, а газеты уничтожают людей. В борьбе идей, в первую очередь, жертвуют идеями. Крысы побежали с корабля, когда увидели, кто капитан. Чем больше министров в правительстве, тем скромнее плоды их деятельности. Выпуск подготовлен проектом Афоризм.ру. Если вам понравился этот выпуск, поставьте лайк. Спасибо!